Дана Борисова воспитывает 14-летнюю дочь Полину. Телеведущая старается много времени проводить с ребенком и заботиться о ее здоровье и эмоциональном состоянии. Однако отношения между родственницами сложно назвать простыми. Сегодня в разделе Stories своего микроблога в Instagram Борисова пожаловалась, что ее дочь объявила забастовку из-за разбитого телефона. Полина бастует, так как некоторым образом, не без моего, конечно, участия, телефон упал с 11 этажа и разбился вдребезги, написала Дана. Телеведущая рассказала, что ее обиженная дочь уже несколько дней не ходит в школу и голодает. Борисова считает, что должна бороться с зависимостью своего ребенка от гаджета и поступила правильно. Поэтому к такой детской забастовке телеведущая отнеслась с пониманием и юмором.